канала «Новый век» выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. Новый век меняется для вас, потому что мы – народное телевидение. Мосты дружбы связали Калининградскую область и Туву. Сейчас данный проект реализуется в 15 регионах и уже отмечен как один из самых эффективных инструментов обучения. В его рамках педагоги калининградских школ в режиме онлайн-конференции занимались подготовкой выпускников 9 классов школ Республики Тува к основным государственным экзаменам. Итогом такой работы стала успешная сдача итоговой аттестации выпускниками школ, участвующих в проекте. Всего за сколько у нас получается, менее 7 месяцев реализации проектов у нас было 1429 подключений. Это были не только подключения, знакомства, где ребята общались друг с другом, это были и уроки. Это были уроки, которые были не только в режиме онлайн, но и в режиме офлайн. Из-за сложностей, которые возникали со скоростью интернета, не всегда получалось общение у нас онлайн, проводилась запись, и ребята потом смотрели урок в записи. В минувшую субботу в Дагомысе стартовал 21-й фестиваль журналистов «Вся Россия-2017». В нем принимают участие журналисты из всех регионов страны и иностранные журналисты. В качестве докладчиков и экспертов выступают политики, ученые, деятели культуры. Туву представляет делегация Регионального союза журналистов из 9 человек. Под лозунгом «Люди планеты Земля» тувинские журналисты представили внимание участников фестиваля серию презентаций на выставочной площадке главного журналистского форума. Управление Росреестра Тувы вошло в тройку регионов, которые за счет федерального бюджета полностью обновят данные по кадастровому учету. На левобережных и правобережных дачных обществах, а также на Вавилинском затоне на протяжении последних лет построено много новых сооружений. Комплексные кадастровые работы нужны для внесения точных сведений о местоположении границ земельных участков и зданий в единый реестр недвижимости. Также уточнение границ защитит права собственников в таких вопросах, как кадастровые ошибки, допущенные при определении местоположения границ земельных участков. Напомним, что на территории Кызыла, в том числе и в районах левобережных и правобережных дач микрорайона Вавилинский, уже ведутся комплексные кадастровые работы. Извещениями о проведении согласительной комиссии можно ознакомиться на сайте Министерства земельных и имущественных отношений, а также проектами карта планов территории можно ознакомиться также на сайте Министерства земельных и имущественных отношений, на сайте городского округа город Кызыл и на сайте управления Росреестра по Республике Тува. 2 октября в Туве пройдет Всероссийский день приема родителей по вопросам дошкольного образования. В частности, на вопросы по поступлению в детские сады родителям ответят представители Министерства образования, Департамента по образованию мэрии Кызыла, регионального координатора проекта «Детские сады детям». Родители в этот день смогут получить все необходимые консультации и правовую помощь. Всероссийский день приема родителей призван способствовать выявлению общих и системных проблем дошкольного образования в регионах и решать их. Татьяна Пономарева – одна из тысяч кызылчан, кто до сегодняшнего дня еще не получил тепло в свои дома. Женщина сетует, что в квартире прохладно, даже зябко, и задает вопрос, почему в таких спартанских условиях они должны выживать. Внука женщина одевает как капусту и сверху еще накрывает одеялом. Дом номер 12 по улице Дзержинского, в котором проживает женщина, давно признан аварийным. О переселении говорить пока не приходится. Строительство жилых домов в Кызыле идет своим неторопливым темпом. Пока Татьяна
Пономарева лишь требует качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. Накануне в Кызыле прошел снегопад, впереди зима. Ситуацию мог бы спасти простой обогреватель, но тогда хозяйке придется отказаться от использования других электроприборов, в частности плиты. Напряжение не выдерживает такого мощного прибора. Отопления нет, дома холодно, минусовая температура, дом под снос, ничего нет. И так что компания ничего не делает. Так что когда переселение будет, мы не знаем. Вот камин сегодня достал. Думала, что отопление есть, отопления нету, камин. Будем подогреваться, все выключать и камин включать. В управляющей компании «Енисей» ответили, что поступление тепла в дома зависит от Кызыльской ТЭЦ. Как только проведут проверку, сделают акты, получат паспорт готовности, так и будет тепло в домах. Таков ответ мастеров. Напомним, что отопление начали подключать с 21 сентября. Этот процесс поэтапный и длится 7 дней. Сначала тепло поступает в дома от 5 этажей и выше, потом в 2-3-этажные дома и далее. Они просто фотографируют тепловые узлы, элеваторы, и выдают предписание на устранение, что там это не достает или это, ну, замена задвижек. Устраняется-то, видите, все зависит от финансирования. У них требования, если запорно-клиновая, это запорная арматура, надо ее на шаровую заменить. А это много денег, затрат много. Ну, до первого, я думаю, включим уже. Весь город будет подключен. К этой дате 100% домов получили тепло у управляющей компании «Уют». Больше половины – клиенты ЖУ-2, ТСЖ «Чульдум-42» и МЖК. По состоянию на 25 сентября 2017 года паспорта готовности получили из 396 многоквартирных домов около 100 жилых объектов. И в них подключено тепло. Что касается остальных, то тепло поступит в течение 2 дней. Такое решение приняли АО «Кызыльская ТЭЦ» и мэрия Кызыла, несмотря на то, что у большинства домов пока нет паспортов готовности. Тува примет участие во Всероссийском экономическом диктанте, который пройдет 12 октября во всех субъектах России. Организатором выступает Вольное экономическое общество страны. Определение и повышение уровня экономической грамотности населения образовательного уровня молодежи является главной целью мероприятия. В Туве примут участие более 30 профессиональных образовательных учреждений, а также будет организована специализированная площадка в Центре тувинской культуры для экономических служб органов исполнительной власти региона. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 55 копеек, а евро 68 рублей 59 копеек. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в 2 шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так, стиральная машина Bosch всего за 722 рубля в месяц. РБТ.ру. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. Наличие и под заказ. «Уютный дом», Оюна Крусейды, 54. В Национальном музее Тувы 27 сентября пройдет лекция «Эверест. Такой далекий и близкий». Председатель Федерации альпинизма Тувы, член Русского географического общества Мариана Кыргыз в рамках традиционных лекций «Колесо знаний» расскажет о покорении высочайшей вершины Земли – горы Эверест и проекте «Семь вершин Тувы». Кроме того, она поделится впечатлениями и о восхождении на Килиманджаро в Африке, Аконкагуа в Южной Америке и двуглавую Маккинли на Аляске. Также в рамках лекции слушатели узнают о целях и задачах Федерации альпинизма Тувы и ее основных направлениях деятельности, куда входят популяризация горного туризма и альпинизма, сотрудничество с Российским географическим обществом, поддержка детских и молодежных секций, а также возрождение школьного туризма.
Сува приняла участие во Всероссийском дне бега, которому по традиции будет посвящена акция «Кросс-нации». Как сообщили в Министерстве по делам молодежи и спорта региона, соревнования провели в минувшее воскресенье. В соревнованиях участвовали все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Отметим, что организаторы предусмотрели 5 дистанций – от 1000 до 12 тысяч метров для каждой из возрастных групп. Кроме того, в программе спортивного праздника был и так называемый VIP-забег на расстоянии 2017 метров. Символизирующая текущий год. В ближайшие сутки местами по республике Тыва переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем плюс 6, плюс 11. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью минус 3, минус 5 градусов, днем плюс 7, плюс 9. По сообщению ГИСМЕТЕО, в предстоящие сутки в Туране погода пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром минус 2, днем плюс 2. В Ороданне пасмурно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха утром минус 2, днем плюс 2. На полке снег, на дороге снежный накат, толщина выпадения осадков 30 см. Температура утром 0, днем плюс 5. В Танзыбее пасмурная, без осадков, температура утром 0, днем также плюс 5. Канала «Новый век», выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные и здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. Новый век меняется для вас, потому что мы народное телевидение.